Всем привет, ребят, с вами команда ГА, Щербинин, Сирфыч, с вами, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, и мы сегодня играем в игру Next Gen Half-Life, как она называется, я уже забыл. Симулятор выживания Stalker 3/8. Да, мы играем сегодня Сталкера и Next Day Survival. Survival. Да, вот так называется. Нам подсказали подписчики, что в него можно поиграть. Это типа некий симулятор Сталкера такой. Вот, мы сидим сейчас у костра, я уже заболел. Ну да ладно, а то я хожу тут босиком. Короче, игра, я так понимаю, еще в бета-версии находится. И типа тут у нее баги, лаги, поэтому если она будет подлагивать на записи, то, ребят, сорямба, но так и есть. Ну, вот, мы, ничего короче, не можем с этим поделать. Да, но мы, короче, только что еще только зашли. Вот, и пока еще сами разбираемся в игре. А почему Андрей не принял у меня вопрос с инвайт? Ну-ка, принимай, сука. Вот. Не знаю. Че, нихуя он там что-то, ну-ка. Спасибо, а там есть штаны у тебя? Спасибо, братан, огромное. О, нифига я теперь, нормально. Спасибо за штаны, брат, а то очень холодно было. Да, спасибо тебе большое. От души, спасибо, давай я чмокну, брат. Погоди, чмокну тебя. Муа, спасибо тебе большое. Хорошо, все. Я спасибо, не знаю, нам брат. Надо дальше, наверное, тогда квесты выполнять. Тут, в общем, прикол в том, что есть пока квесты. Пошли пока квесты поищем у этого Стасяна. Вот, у нас есть такой Стасян сидит, такой профессор, нихуя он как гопник. Да, спроси у пацана, может, что найдет. Вот, ну-ка. А я тут медик обращаюсь, если прижмет, короче, медикаменты. Он нам даст... А, аптечку даст. Ну, бывай. Так, вот у нас появилась. Она, я так понимаю, с открытым миром, то есть у нас вот есть вот такая огромная карта. Ну вот, поселение мирных, и так понимаю, там PvP-зоны всякие, и типа... А думаешь, это здесь? Я думал, там на улице. Нет? Вот, PvP-арены. Это внутри, он же сказал под кровать. А, под кровать. А как подобрать? Привет. Лечь надо, типа? У тебя есть что-нибудь интересненькое? Так. Чем можно в зоне заняться? Подскажи, молодой человек. Ты там РП уже отыгрываешь? Да, я тут общаюсь с людьми, завожу новые знакомства. А, неплохо тебе. Здорово, ну, пацаны. Мы уже тут бродим. Вот мой друг заболел немного. Да, здорово, простудился. Приболел. Ой, ну сейчас я ему антибиотики дам. О, братан, о, давай, спасибо. Спасибо большое. Главное, чтоб не помереть. А то эта зона такая чертяга, это вообще. Загнется, о. Его же никто не найдет, даже не похоронят. Да, спасибо тебе, брат, огромное, брат. Спасибо. Так, я применяю. Ну-ка. Не, ну смотрите, если вы хотите что-нибудь стоящее такое найти, можете идти к вашему в трехэтажке. Там можно найти всякий шмот, ну именно одежду. А так, если там какие-нибудь там молотки, какой-то такой фигни, можете идти к горшему. В мехдворе там сидят предатели на вышках, так что там будьте осторожны, они могут вас подстрелить. Спасибо. Если сам не особо бродите, там медведи и собаки всякие твари бегают. Сталкер, спасибо тебе большое за информацию, Сталкер. Удачи тебе, брат. Спасибо удачи тебе. Удачи в зоне. Ну, давайте, удачи. Счастливого пути. Да, ну, короче, игра полностью направлена на такую, знаете, атмосферу приятную. Чтобы, типа, если сталкеры... Сталкер, если ты просто играешь, у тебя там неписи, да, сидят постоянно, ты с ними как бы так... Шаблонные эти разговоры с ними, то тут прям можно с людьми так пообщаться, и это реально круто выглядит. А, кстати, я тут взял квест на волка. На волка? Да. Ну, следующий квест, который у тебя будет, возьми его, захуярим их. Псов. Ну-ка. Ты у этого? А где-то у кого брать? А, ну тут вот чувак стоял. А, вон вижу, да-да-да. Вон вижу. Вот. Я все еще бегаю, как этот, блин. Помирающий. О, мне попить надо, у меня уже написано, что пить надо. А, у меня, кстати, тоже. Но фигу. Надо озеро найти, что-нибудь выпить. Ну, давай сейчас я квест возьму и пойдем искать. Да, на волков пойдем. Почему у меня персонаж как будто ползает? Я не понимаю. Чего, чего? У меня персонаж как будто ползает, как мне? А, во. Вроде поднялся. Да не, спасибо, мы тут волка пойдем сейчас убивать, так что... Так, нож у меня на тройку. Все, я взял нож. Погнали, Жень, ты где? Угу. Тут вот есть карта, можно вот тут отслеживать, в принципе, удобно.
Ну-ка, понятно, спасибо, ладно, учтем. Ну-ка, ну-ка. Так, что? Тут говорят, мы, если на волка сейчас пойдем, мы поляжем просто всем. Да, поляжем. Всем скопом. Ага, ну надо, наверное, что-то поискать, пойти в какую-нибудь речку там, еще что-нибудь. А что ты там говорил про поселение? Куда идти? Смотри, сейчас можем быстро тут через лесок пробежать, и будем в нашей деревне. Угу. Ну... Там сможем всякий шмот найти, чтобы продать его или вам одеться. У вас будут либо деньги, либо одежда. Ну давай, сходим за одеждой хотя бы, а то друг все еще. Но я что-то все еще, по-моему, помираю немного. Антибиотики он примет, ему полегчает. Я принял, ты уже принял? Я принял антибиотики, но что-то мне как-то пока это... Так, температурка держится еще немного. Думаю, сильно не помру. Пока пойдет. Ведь я из этих матерых сталкеров. Просто у вас здесь на зоне недавно. Такой РП, я хуею. Ну, если, кстати, может, что... Слушай, слушай, а тут из лужи можно пить или ты не советуешь? Ну, если лужа зеленая, то не советую, а если такая, нормально. Типа аномалия. Я понял. То есть внимательным с лужами. Понятно, понятно, спасибо. Кстати, Жень, слышишь? А если на Shift нажать, можно даже на V не нажимать, он сам бежит, персонаж. Что? Ну, я просто на Shift нажал, у меня сам бежит. О, блядь, я проголодался уже четко. О, у меня тоже проголодался. Ну, блин, атмосферненько пока выглядит, но напоминаем, что стадии бета-версии еще находится, или там альфа. Там радиация, да? Там какое-то странное зеленое облако. Я сам со стороны посмотрел, ну и там дальше. Какой-то газ, понятно. Ну, не стоит, короче, но... А меня в игре слышно? Я говорю. Ну, так, да, вроде слышно. А, ну все хорошо. А то я просто не знаю, на меня не реагируют. Я все еще мерзну, кстати. Ого, он молоток достал. Собаки или медведи? Собаки тут? Мы, кстати, далеко уже, по-моему, ушли от нашего квеста, где нам надо быть. Ну да ладно. Ну, это не важно, он говорит, что... Поляжем все. Надеюсь, он это не хочет нас просто тупо залутать. Да-да-да-да. Нас тут еще, по-моему, завел нас. Такие все кашляем. Я с Догманом бегаю, кашляю. Один ты что такой, доживчик? А я куртку нашел, что-то мне повезло. Ну, короче, надо аккуратно. Держимся вместе тогда. Если что, толпой нападаем, всех не перестреляют. Там два военных, я помню, бегаю. С молотками на них побежим. Но эти военные иногда вообще не понимают, что делают, мне кажется. Интересно, что тут по группировкам? Интересно, вот это вот. Типа война, не война, если... Или так? Проверяйте, да, надо. Ну, далеко не расходитесь. Хорошо, окей, спасибо за информацию. Хреси. А тут что, эхо, что ли, прям такое в доме? Что? Да-да-да, кстати, я тоже тут слышу. Как будто бы эхо в доме такое прикольное. Ну да, так приятно звучит. Прикольно, я нашел, короче, рюкзак. А, у меня такой же. Джинсы в шкафу лежат. Джинсы в шкафу? А, это прям открывать можно. А почему у меня нету действий, нет, не появляется даже? Типа, что-то открыть. Они типа прям на полке лежат, посмотри внимательно. О, патроны 72 нашел. А, ну кто-то забрал, мне кажется, их уже. А вон на полу, на а, полу. А, кстати, подвинься, подвинься, подвинься. Я сгущенку нашел. О, хорошо, вкусно. На, покушать можно будет. Блядь, я так понимаю, никого из вас зажигалки нет туда с собой. Нет, совсем нету. Зажигалки нет с собой. Ух, фигово. Форс берем, и могли бы костер развести. Почему я хожу как гопник? Просто оп-оп, нихуя такой, подошел. Как мне подняться полностью с колен-то, я не понимаю. Я там какое-то движение видел впереди. Надо аккуратнее тогда, чуть пробираться тут. Ой, ё-моё. Опа. Там, по-моему, кто-то с автомата пробежал. Да, походу, надо шкириться. Слушай, давайте в дом засядем, вот, например, вот это есть.
Давайте в дом, да, зайдем. Вояка, вояка, прям вот передо мной. Тут двое. Там они положили его, они... по его убили! Беги к нам. Меня, по-моему, не видели. Тут че? А, он ко мне бежит! Нет! Не стреляй, брат, не стреляй! Так это же этот. А, это неписи? Это бот. Это неписи? Жесть, меня, по-моему, сейчас убьют. Не, он меня, по-моему, кстати, не видел, бот. Это чувака-то этого положили, который с молотком ходил. Который нам помогал. Я думаю, его можно облутать. Вот я и хочу это сделать. Ой, тут бот сидит. Я хочу попробовать тебя бота обойти и убить его. Он стреляет в забор, короче. Я бота обхожу, сейчас ножа убью его. Давай, давай. Они на меня отвлеклись. Ай, он отбежал. По-моему, меня увидели. Тут трое их вообще. Ой, меня увидели, меня сейчас убьют, по-моему. Ай, 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 ай. Он по мне в бетон стреляет, не может попасть. Да, у меня то же самое. Они он придержается. Он придержается пока. Убиваю его. Оп, резанул, оп. По-моему, меня убили. Нет, я еще жив. О, в меня попали два раза. Но меня тоже попали. Ай, а чё, где мой нож-то? Меня убили. Один готов. Это, походу, нам пиздец. Но меня убили. Я пытался, я почти его зарезал, кстати, почти. У меня только нож, по-моему, куда-то пропал. Возродиться. А где я возражусь? Далеко или нет, интересно? Блин, вот это реально круто. Хуя, если ты опасно прыгаешь. Так, а, я опять в лагере новичков появился. Ну, походу. А, и мы не в пати опять, да? Нет. А, ну да, ты не в пати. А почему не в пати? Киньте мне, если у кого-то приклос есть. Киньте мне, пожалуйста. А, опять не заново нож, что ли? О, опять все заново делать, ё-моё. Я опять мёрзну. Бля, как же мне с ними-то быть? Помирай. Я не хочу. А, ну я могу до вас, в принципе, добежать. Я свой лут подберу. Они все еще стреляют там? Да, там они охуевшие какие-то, блядь. Так, а... Ой, я нашел труп этого чувака. А где, скажи, как называется местность, где вы находитесь? Где вы? В каком квадрате вы находитесь? Жень, в каком квадрате? А, подожди. Какой квадрат, Жень? Ой, я сдох. Ну, блин, фига ты. Я тебе говорю, какой квадрат-то? Хоть нашлись бы так. Я прибежал бы, может. Залутали бы вместе. Догман покинул группу. Не, помню, как мы прибежали. Ну, как мы... Ну я тоже примерно вот. Ой, еще какой-то чел бегает. Ай, игра свернулась. Блин, не складывайся, игра. Ой, чувак с пистолетом бегает здесь. Это, там Андрей скоро подойдет. А, это мы, по-моему, с тобой. Да-да-да-да-да. Щербинин, Догман. Идем мстить, я взял пистолет и патроны. Слейтер. Давай. Сейчас, можно подождать, сейчас еще мой друг подбежит вот этот, вот, тоже он был. Жень, мы тебя ждем, у него нашего этого чувака, он меня это встретил, у него пистолет да, теперь. Сейчас вот ух ты. Контрольная такая информация. А вы чисто так вот бегаете сейчас на двери или у вас группа или нет? Ну мы это как бы общаемся с людьми. Мы это. А, на запись, Ваня, ты и где это, вообще? Бегаем, вот впервые зашли в игру. Вы можете сделать одну вещь такую, нажми P, и там найди имя своего друга и. А мы и так, мы как бы и так в пати, да, мы в пати. А, мы можем сделать так, что сейчас он тебе кинет тоже пати. Ну, так, это... Жень, кинь инвайт Дэнни, который с нами был. Светает, и... Сейчас, Дэнни... А где вы стоите? У выхода, что ли? Да почему? По карте посмотри, где мы стоим. О, нихерна, карта-то огромная. Фига. А, вы это туда отошли уже. Да, да, да. Давай подбегаем, это, мы ждем вас. А, я о, вижу. О, как подбегает. Вижу. И к нам идет подмога со стволами. Со стволами. Неплохо. Но у меня опять ни оружия, ни вообще ничего. Ну это да. Ни костюмчика. Сейчас мерзнуть опять буду. Ты тоже, да? Ну да. Ну. Такой Пахомов бежит. Курлык, курлык.
А чё, мы все на ну лицо, да? Мстить, так сказать. Ну, да, погнали. Заберем свои пожитки. Надеюсь, еще раз живемся. У меня, кстати, мажет немного почему-то экран, как будто. Типа, знаешь, такой стиль. Я думаю, если мы сможем завалить все-таки этих валяк, то будут у нас неплохие вещи, хотя бы в перспективе. Но я одного нормально так это ножом прокоцал, там один стоял, но что-то я так и не смог его добить. Видимо, помогли ему. Да, это еще раз говорю, нейронная информация. Это NPC. Тут есть некоторые игроки военные, а есть некоторые NPC военные. Но это были не NPC. Еще же вроде нельзя за военных играть. Ну, хрен его знает. Но это же PvE серверы, то, что враждебны. Это все боты. Мне нравится, что он напоминает, что это не рольный, это... Чего? Типа не рольная информация. Ну, на РП, типа, да. Блин, ну так-то прикольно, если посидеть, позадрочить, не поразбираться. Может, где-то здесь, да, полегли? А, я в кустах застреваю. Так. Жень, чё молчишь-то? Да, я чего? Ты чё? Ну, кстати, он уже замерз тоже, чувак. А, вот здесь мы легли, ведь. Главное так найти, чтобы они нас заметили. Мы уже один раз умерли, нам нечего идти. Вот он стоит, они прям рядом, вот они. Прям напротив нас, за машиной. Грёбаный каш. Прячется. Давайте толпой на них, просто толпой. Убил одного. Так, не ссы, пожалуйста. Да не, он уже положил одного. Ну нифига ты даешь. Ну это через 5 минут. Есть чего, какое вооружение? Ну я автомат подобрал. А, он долго просто надевает все это, я понял. Так, ну я золото. Сейчас. А, кого нельзя? Блин, я взял. Ваня, осторожно, там. Ай-яй-яй-яй! Чувствую. Сейчас, возможно, подойдет сюда. А можешь пистолет дать хотя бы, чтобы я... У меня, я не знаю, есть ли у меня патроны, конечно, на автомате. О, у меня есть 7.62. Подкинь мне, пожалуйста. Пистолет он. Я подкинул тебе. Ага, спасибо, я пока аптечки принимаю. У меня кровотечение еще до кучи. О, часы лежат. А чё я его не могу, это? Почему я его не могу экипировать? Ребят, видели, где я вообще был? Третий военный. Нет, я ещё не успел посмотреть. Понял. Могу выйти попробовать посмотреть, разведать обстановку. Аккуратненько. Не поминайте лихом. Да, нормально все. Нашел он за забором, как прямо ты? За забором у полицейской машины. А у меня патроны закончились. Сюда подходит. Эй, мужики! Этот гребень смотривый оказался! Прятался! Обходи эту шелупонь! Во! Найс! Бля, да что такое-то?
Догман, можешь не лутать его, пожалуйста? Вообще неплохо. А где его волыны? Чё за хуйня? Может, уже кто-то забрал? Ну, я сейчас предлагаю вернуться на базу, надо подлечиться, кому надо от гриппа излечиться. Там передохнем, и выдвинемся потом тогда на этот лор. Там залутаемся еще. Сейчас Андрей подойдет, надо... А у меня, кстати, кровотечение идет. Да. Так что давайте поторопимся. Да, давайте, а то я помру еще. Сейчас пойдем на базу потихоньку. А как посмотрите, сколько патронов? Андрей, передай Жене. Жень, на Е нажми и узнаешь. А, во, спасибо, да, вижу, нормально. Здоровье? Где узнать? А сколько здоровья? Как полечиться там, все дела? Не, там... чисто я знаю, как мне надо здоровье посмотреть, сколько у меня. Где-то справа индикаторы должны быть, но... Но у меня красное кровотечение уже. Тебе надо полечиться. Ну, я аптечку одну сажал, но не помогло. А, он уже одну скушал, ему не помогло. Ага. А ты далеко? Ну, если я помру, хотя бы буду знать где, чтобы собрать лут обратно свой. Блядь, короче, ребят, у меня вылетел интернет, и вот сейчас и произошел, вот тут Жене полное мясо какое-то происходит, давайте мы снова тут немножко постреляемся. Перебежать успел, блядь, не успел. Ты что, умер что ли? Да, там один выход из этого ебучего дома. А где он находится, чувак этот? Ну они, короче, вот там слева и справа дом, слева по забору дальше, они там тусуются, блядь. Но я около тебя, ты давай в пати сейчас обратный. Догман лидер пати, блин. Догман, кинь инвайт Жене, когда он воскреснет. И Жень, беги ко мне, я буду тут. Я умер. Ты тоже умер? У меня от кровотечения, видимо, я подох. Ну, сейчас вместе вернемся к раззалутам. Подождешь меня, вместе побежим. Так, где мы были? Жень, ты помнишь? Да. Бежали, быстрее забирать. Ну, ты иди пока к ребятам. Они у выхода стоят. В смысле? Да погнали лут забирать. Так сейчас мы вместе пойдем все. Ну ладно. Но я тут все равно рядом. Да, хорошо. Здравствуйте. Да, твоем. Дратуй ты! Ты на меня так не пырься, слышь? Дай мне хотя бы пистолет. У тебя есть, Андрей? Сейчас. Понял, в чем дело. Благодарю. Патроны там есть? Так. Сейчас проверю. 8 пуль, я мне хватит. Я бегу к вам. Погнали. Погнали. Да у деревушки там полег, короче, и на входе. И около домов есть еще один труп, там еще есть куча лута. Ну, мы сейчас заберем все ваши вещи. Я тебя заберу сейчас, ты понял, а? Я тебя заберу. Пойдем взять его, там возьмем задание, я поделюсь кучей патронов, а на задание двинем, можно даже машину будет взять. Вот, там как раз по пути. Окей, давайте ускоряться, короче, чтобы там нам... это... никто нам не забирал. Нам надо не чуть забирал. Правее взять. Берем правее. Да, вот так вот. Мне главное это... Блин, Жень, тебе активация в Дискорде по голосу, да, идет? Угу. Блин. Просто когда говоришь в игру и это... Ты просто это перебиваешь так. Я могу... Да не мьюсь, не мьюсь. Микрофон. Да нормально. Они прямо внутри деревушки сидят. А карта... Сейчас по карте скажи, на квадрате именно. Ну, наименование. За 4? Да, не в этом. Все, хорошо. Значит, за 4... Да, Жень, не говори Дискорд, я тебя слышу в игре теперь прекрасно. Так, вы меня-то подождите, братаны. Давайте, все, погнали. Это главное забрать все это. Да, надо. Давай тогда немножко рассыпну, чтобы... Ну там один как бы вход через этот забор. Просто мой труп-то рядом там валяется. Ну тогда сейчас уберемся. Сейчас вот в
справа дом и слева вот сейчас. Я вижу, вижу, да. Вот, так, и там себя, вот по этому забору идти, там будут как раз военные. Где тут вход? А, вот он, вижу. Тут вход. Так, мой трупик первый валяется, его не трогать. Ну да, да, прикрывайте. А мой труп прямо... Вон ты валяешься, ну. Я просто воскрес. Так, все, кто с оружием, это, держитесь. Да сейчас, по идее, можем их завалить и еще лут взять. Можно, в принципе, но я уже холод, поэтому лут бить не важно. Да я сейчас бегаю, гляну, там что делать. Сходи, я тут тогда сниму. Хорошо. Я, в принципе, сейчас... Господи, уже перестрел какая-то идет. А где мой Калашников? А я только что-то автомат я свой не вижу. В этом... А, вот вижу, все, нашел. Так, у нас тут уже боевая, это, боевые действия. А, Женя, из чего автомат твой? Вот валяется. Так, где эти пидоры? Сейчас завалим их. Завалил одного. Но у нас один это, погибший, у нас погибший есть. Вон еще впереди есть один. А, завалил. Еще одного, с одной пули завалил. Да, рип, но жаль. Почему всегда самые лучшие уходят? Да. А слушай, а можно как-то разряжать автомат, который я еще подобрал? Можно, правда, как и мыши, если у тебя лежит, то можно разрядить. А, во, спасибо, братан. Так, ну отлично. Что тогда, я еще, там еще есть военный, давайте заберем у него лут, я помню, где он лежит. Вот же иди сюда, может тут у него есть что. У него РПК? Да, я вас смотрю, пожалуйста. Сейчас, секунду. Носите все, что можно. Вам сумки нужны, берите сумки, все, что есть. Все продается очень, ну, по хорошему курсу. Берите все. Так, я в дом. Тут дробовик, берите дробовик, похуй. Дробовик лежит? Кто стреляет? Ой! Мишка! Идите внутрь, нахуй. Стен назад, нахуй. О, какое эхо хорошее. Сколько у меня патронов? Нормально еще. Так, назад, блядь. Ох, нифига там. Отъехал, Миша, блядь. Отъехал? Фига он подлетел. А можно мне Макаров вернуть обратно? Сейчас вернем. Выкинул вроде. Ты чё там орёшь? Сейчас я возьму. Я взял себе дробовик. А чё, у него патрончики есть тут дробь? Ну-ка. Сейчас проверим. Так, нет, он пустой вообще полностью. А цепишь дробь есть, а? Всего два патрона, блять. Ну ладно, блять, нормально тогда. Так, пошли в Дятлово тогда, в Дятлово я заделюсь с вами АКМом, патронами. А я РПК нашел еще до кучи. А, ну РПК можно... Дай мне патроны, пожалуйста, мне нужны 7... У меня сейчас собой 72. Нет, говорю, пошли. Давай я могу тебя отсыпать, я могу, у меня есть. О, отсыпь. Где ты? Я у медведя. А, вот, на, о, возьми рожок. Наш парень не пришел, вернулся, я тебе скинул рожок, подбери, вот он. Да, сейчас я подберу его. А где медведь-то? А? Да, я сейчас новый залутал. На, держи, все, что смог принести. А почему я не могу его это? Подбери. А, занято уже, погоди. Почему я Мишку не могу облутать? Мишку нужно ножом лутать. А-а-а. Все, я понял, да. Давайте, погнали. Ребят, лайки ставьте за такую серию, это реально круто. Ну а мы вернемся, наверное, когда подбежим Дятлова.
У тебя дробь есть? Всякая нечисть там, предатель. Сейчас я проверю боеприпасы, погоди. Все, нормально, я готов. У меня всего два заряда, дробь. У меня тоже два заряда, поэтому в случае нападения медведя стрелять только в голову и только метко, блядь. Шанса именно на промах у вас нет. Окей. А я с калаша буду мочить их, нормально мне. Болчара бежит. Болчара бежит. Неплохо. Ебойз. Я уже это делаю, нормально все. Я тоже его вскрываю. Нихуя себе, одновременное вскрытие. Только ты смотри, ты ножом. Я так вот его буду. Осторожней, я ножом своим, слышь. Да я нормально, нормально, я умею. И ты как, из какого аула вылез на тот? Ты, блядь, мне не тыкай, когда человек с РПК стоит. Я сейчас как шлепну тихонечко. Это давайте повернемся, как знаете, в фильмах, вот так вот. Я на него, Догман на Женю, Женя на Андрею. Не, Жень, на Андрея. Что ты? Мне нравится, кстати, АИМ появляется сам по себе. Сейчас шлёпну и всё. Давай попробуй, шлёпни. Сейчас тихо, чпоньк и всё это... Давай, попробуй. Давай, блядь. Танцуй! Танцуй, говорю тебе. Не, знаешь, fuck you. По РП, то надо так, слышь, подожди, стой. Fuck you, bitch. Ну-ка. Кирпич. Вот так. Что у тебя есть? Выкладывай все. Все выкладывай. Нет, нет, ничего нет. Что? Как ты аним делаешь? На Б нажми. О, все, слышь, сосать, сука. Все, идем. Сейчас в попку тык. Мне усталость, мне надо отдохнуть. Да, сейчас как раз отдохнем. У него винтарь, нифига себе. Нет, нет, у меня усталость. Где тут колодец, парнишки? Надо попить. Ох, Игорь, музыка играет. Только где теперь никого. Добрый начальник? Где тут можно попить, начальник, пожалуйста, скажите. Ах, душевно. А но громко. Ну-ка, попить дай. Поторгуй с ним. Так, кому нужны патроны на АКМ? Попить, блять, а попить нет? Попить-то нет. А если найду? А нету? А если найду? Можешь искать, но не найдешь. Поешь. Ну патроны дай, патроны мне дай. Сейчас, так, сколько тебе? Рожок один хотя бы дай. Пойдет и так, спасибо. Остальное я Жене отдам. Жень, ты где? Женёк! Никому военная куртка. Женя, смотри, что несу. Смотри, что несу. Что ты несёшь? Ух ты! Да! Ну и все, в принципе. Покупайте еду, кому что надо, потому что нам сейчас понадобится отсюда. Не, ну мы сейчас здесь завершаться будем уже. Надо поторговаться. Это там торговец, да? Да, торговец. Ну-ка. Что у тебя есть? А где? Может, а у меня тут ничего нету. Это кладовщик именно. Торговлю вы... Да, там нет, там видишь, справа наверху торговля есть, выбери. А, во, вижу. Ну нифига себе. Так, а как мне вам продать что-то свое? А, во, вижу. Там есть свои вещи. Продать. Панаму. Продать. Вот такие дела. Продать. Эй, а насос нужен или нет? Что? Респиратор один продаем. Часы продаем. Все. На косарик наторговал, блин, нормально. Все, обобрал козел Ваня, блин, этих военных. Не дал мне попробовать убить. А то. Теперь, блядь, жирует. Так, конечно. Кстати, этот парень жареное мясо покупает дороже, чем там. Да. Тут кому попить надо, тут колодец с левой стороны есть. Я пока себе эти, слушай, покупаю. А тут бутылку-то можно взять какую-нибудь, чтобы с собой флягу, носить? Флягу, буду. Покупаешь флягу или набираешь ее постоянно? Флягу? Да. А спички нам надо? Я спички еще возьму, вдруг пригодятся. Бери. Но у меня зажигалка, поэтому
Так, а где это? Фляга. Фляга в разделе там, где еда, вода. Еда, вода? А, его вижу. Все, отлично, он торговался, прям вообще по кайфу. Так, давайте, погодите, давайте я завершу серию. Мы, наверное, сегодня завершимся. Давай завершишь серию, а можно еще одну сразу записать. Да, давайте вот сюда отойдем. Короче, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Я думаю, это реально прикольная игра. И пишите комментарий, понравилось или нет. Вот, но мы сейчас все равно пойдем еще серию записывать. Да, всем спасибо за просмотр. Сейчас наши приключения продолжатся, и причем в ближайшее время. Да, вы не переключайтесь, ребят. Так что всем Подрочил? Удобно. Да, вот. Есть. Всем удачи и пока-пока. Ждите новых серий.